Белорусские нотариусы в этом году проведут 5 акций по бесплатному консультированию граждан и представителей бизнеса. Обратиться к ним можно 15 марта, 7 мая, 2 июля, 14 октября и 3 декабря. Граждане могут получить ответы на интересующие их вопросы, которые входят в компетенцию специалиста. В том числе оформление наследственных прав, составление завещаний, брачных договоров, отчуждение недвижимости и так далее. Адреса нотариальных контор и бюро, контактные телефоны и актуальные графики работы на сайте Белорусской нотариальной палаты. Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощность. Об этом сообщили в Минэнерго. На этом уровне энергоблок должен пройти испытание. После успешного завершения в течение 15 суток будет проведено комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности. Более 800 тысяч ребят со всей страны приняли участие в благотворительной акции «Наши дети». Из них 15 тысяч на республиканском уровне. Таковы итоги марафона добрых дел. На протяжении месяца руководители госорганов и предприятий, бизнесмены и неравнодушные дарили праздник и помогали осуществиться заветным мечтам. Кроме сладких подарков, дети получили бытовую технику, планшеты, спортивное оборудование и тренажеры. В ближайшие дни ожидается резкое понижение температуры воздуха. Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее проверить техническое состояние автомобиля. Особенно важно посмотреть исправность аккумуляторной батареи и систему обогрева, проверить плотность и уровень жидкости в системе охлаждения двигателя. За 10 дней Нового года интернет-мошенники похитили у бобручан свыше 12 тысяч рублей. Среди жертв как молодежь, так и пенсионеры. Специалисты в очередной раз напоминают: не разговаривайте по телефону с незнакомцами, которые представляются сотрудниками банка. Смело кладите трубку, не продолжая разговор. И ни в коем случае не сообщайте никому реквизиты своих банковских карт.